Всем привет, с вами я, Игролянья, и сегодня мы будем играть в Geometry 3 Dash. Давайте сначала откроем ящичек. Так, какой вот этот, например. Пожалуйста, кристалл. О, ну ладно. И может что-то купим в магазине, у меня есть что-то. О, например... Ну тут только одно можно купить, вот эту непонятную какую-то шипучку. Так, сразу это получим ее. Так, о, может вот эту такую? Вот такая. Ладно, вот такая пусть будет. Так, сегодня мы будем играть, даже не знаю, что сказать. Вот это, вы думаете? Стоп, что это такое? А почему я оказался в другой игре? И стоп! Мне кажется, мне вызвали челлендж. Называется Geometry Dash Meltdown за одну эту попытку. Я уже прошел Я прошел Geometry 3 Dash World. Так, сразу скин получу. Или как уничтожить этого робота? Да блин, как робота уничтожить? Как? Это очень сложно. О, Redman. Давай-ка посмотрим. Не, мне розовый не надо, спасибо. Вот такой. Ну и больше у нас ничего не открыто. Я это, конечно, проходил, но не на все прямо эти. И это будет чуть сложнее, чем я думаю. Ну ладно, поехали. Первое это The Seven Seas. Так. Тут еще. Фух, слава богу. А, там внизу, кстати, был этот. Я не проходил его ни на одну монетку, но я сегодня пройду на одну. Но если я, конечно, выиграю, а если проиграю, придется заново все начать. Но если я на втором уже сольюсь, то это вообще будет. Ну все, легко. О, синий цвет. Так, no thanks. У меня одна монетка. Как говорится, одна монетка, одна реклама. Хоть это я сам придумал. Интересно, что будет, если три монетки собрать? Будет три рекламы? Ну ладно, а у нас Викинг Арена. Это, ну вы поняли, это арена викингов. Блин, я не представляю. Вот это сложно, я честно вам говорю. Я даже не помню, как я его прошел. Здесь эти подлянские вот эти прыжки. О, я помню. Стоп, если там маленькая... Ой-ой-ой, я помню, я тут могу слить. Потому что тут вот эти блоки. Как бы страшно. Так, я даже не представляю, где зеленый замок. Потому что там зеленый ключ где-то должен быть. А если бы не прыгнул, я ж проиграл бы. Фу, слава богу. Ой, тут еще вот эти двигающиеся платформы. Не, я наверх не полечу, спасибо. Нет, я рил не хочу проиграть сейчас. Так. А, уже конец, я чувствую.
Да. Фу, хорошо, что я лишний раз не прыгнул. Но мне кажется, это слишком легко. Да блин. А вам не кажется, что это Photoshop странно работает? В 5 лет кажется, что ты девочка, а 25 уже мужик. Ну ладно. И последний уровень я не прочитал. Ну ладно, какой-то... Ну, потом прочитаю, не хочу сливаться. Ну, тут, наверное, больше всего легкотни. Я могу собрать ключ, но нет. Но тут стопудово есть кораблик, и я не знаю, может, НЛО тоже есть. Ты за что? Фух, я чуть не умер. Я не люблю эти. Ну, вы поняли, что я не люблю. Тройные шипы. Это что? О, вот это. Ну, вроде бы легко, я помню все. А тут нет этих прыжков? А, есть эти прыжки. Главное, на них не слиться. Да ты чё? Да ты чё? Ты гонишь? Охренеть. Ну, это конец уже. Фух, теперь моя любимая. Я чуть там не слился. Так, а? Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Все, конец. Ну, они не такие уж и долгие. Угу, сейчас умру и скажу, ага. Да, конечно. О, нет, о, нет, о, нет. Тут еще. Фух, я чуть лишний раз не нажал. Я тогда уже вниз полетел. Хорошо, что я вниз прыгнул. Фух, обкакаться и не встать. Если бы я прыгнул за монеткой, я даже не знаю, выжил бы я. Я бы шип ударился. Ну как вы... Да ты ж... Так, стоп! Что опять происходит? Да вы серьезно, Саб-Зиро? Нет, Саб-Зиро я не пройду. Смотрите, я это могу пройти. Но вот это... Не-не-не-не. Ладно, пройду хотя бы первый уровень. Вообще-то не так уж и сложно будет слиться. Погнали! Ладно, вам надоело слушать мою эту плагиатскую озвучку. Ладно, все, закрой свой рот. Я бой. Я хотел прыгнуть, но не получилось. Куда я опять попал? Никуда не дашь. Вот это я не понял. Я такого смотрел ютубера, ну, чтоб вышла игра про геометрию 3D. Ладно, погнали. Сколько тут уровней? 6? Не знаю. А ну-ка. Что ты тут делаешь? Я не знаю. Короче, что-то при английскому. А, он говорит, что дырку какую-то найдет. И мы должны пока играть в уровень. А как тут играть? О, монетка! Оп! Все, это первый уровень, это HD. Стоп, Real это первый уровень был? Ну ладно. А не, вот это первый уровень. Ага, он рассказывает тут, что белое это черное, черное это белое. Я тут знаю, где монетка. Только на нее очень сложно достаться. Ну ты чё? Ну
Нет, это невозможно. Не прошло 5 лет? А, уже прошло через 1 секунду. Ну ладно, все. Я смог собрать эту монетку. Я понял, в чем суть. Главное сейчас не уничтожиться. А, ну спасибо, да. Оп, 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 опа. Опа, опа. Все, это первый уровень был. Или это нулевой, или это второй. Ла-ла-ла-ла-ла. А, тут написано, что этот уровень очень сложный. Ага. Так. Ой-ой-ой. А как? Куда мне нужно выпуститься? А, вниз можно. Оп, все. И тут блоки. О, там монетка. А как ее собрать? Нужно на черный переключиться. Ну как тогда? Вот это хороший вопрос. А может внизу? Эй! Фух, слава богу, что я тут. Да нет, это невозможно. А, там еще есть что-то. Стоп. Стоп, если это правда, то я гений. Оп, все. А нет, я не гений. А может там потом как-то сложно? Я не понял, а как? Так. Ага. О! А ну-ка. С монеточка. А! Нет, я все заново начал. Интересно, монеточку я... Подобрал? Да, подобрал. А за что? Спасибо, спасибо. А, я теперь понял. Да, я так и думал, что... умереть. Я задумал так, чтоб я мог это уничтожиться. Как уже бомбит. Он рил этот, как его. Сильно сложный. Не, реально, я говорю, он сильно сложный. А это что? А, спасибо. Стоп, может мне блоки поменять? А, гениально. Аккуратно, тут ездящие блоки. Ой. Так, так, тихо, тихо. А внизу я умру или нет? Фух, хорошо, что я возродился. Опа, все, конец. Так, я прошел уровень.
А он сказал, что я прошел самый сложный этот. О, там какое-то лазерное это приключение. Давайте посмотрим. Я такого не ожидал. Тихо, тут еще. А как эту монетку достать? Тут и что? Опа, обманул жираха по имени Василька. Не, ну это не реально. Тихо. Фух, ой. Можешь как-то ту монетку собрать. А я понял, как эту монетку собрать. Тут еще. Ай-яй. Опа, а я как-то смог. Хоп, 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 хоп. Америка, Европа. Тихо, тихо, тихо. Не надо нам тут лялякать. Тут еще. Не, ну это хард-демон. Что-то там бла-бла-бла. Это как было? Только что? О, это как я сейчас? Подпрыг! Это что? Я понял, как проходить этот уровень. Опа, монеточка. Именно я за ней и шел. А я так и думал, а я так и знал.
Так, тихо. Нет. Это так сложно. Опа. Опа. Оп. Фух. Фух, я прошел этот уровень. И никого у нас нет, ладно? Какой это уровень? Четвертый? Музыка прикольная. Так, уже поджарился. Уже как-то... Оп, вот так. А тут никакой монеточки нет. А вот она. Как туда добраться? О, нет. Так. Тихо. Не, я даже не заберусь туда. Оп. Ну, хотя бы я тут сохранился. Это что? А вот это я не... Ну, а как же ту монетку собрать? Даже не представляю. Как же мне так сделать? Нужно, чтоб белая одна была. И чтоб я прошел без монтажа. А, стоп. А зачем? Зачем мне вообще эта штука?
Ну ты что? А, это лазеры. Меня как курочку поджигают. А где этот лазер? Фух, слава богу, что тут есть проход. А, вот он как крат. Да, конечно. Давайте по-нормальному пойдем. Как же избежать черного? Блин, я не смогу. Ладно, наверное, на этом серия закончится. Но с вами была Игра Ляния. Всем пока!